На саммите РФ, Ирана и Турции решают судьбу Сирии. В саммите участвуют президенты Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани. В Тегеране начался трехсторонний саммит России, Ирана и Турции начали. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщает Роутерс со ссылкой на иранское телевидение. В саммите участвуют президент России Владимир Путин, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани. Отмечается, что главная тема саммита станут ситуация в Сирии и способы урегулирования конфликта в регионе. Ожидается, что лидеры стран также проведут личные встречи. Так, Путин и Эрдоган уже провели личную встречу перед началом саммита, однако детали переговоров не сообщаются. Как передает Daily Sab, Турция продолжит свое военное присутствие в Сирии, заявил Эрдоган. Также Рухани сообщил, что Иран сохранит присутствие в Сирии и делает это по просьбе Дамаска. Исламская республика Иран по просьбе законного сирийского правительства для борьбы с терроризмом присутствует в этой стране, и продолжение нашего присутствия в Сирии на основе этого принципа будет решаться в дальнейшем, сказал Рухани. Ранее в США заявили, что президент Сирии Башар Асад готовится применить химоружие в Идлибе. Именно ситуация в Идлибе станет ключевым вопросом на переговорах в Тегеране. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта news.com.